Господи, как же хорошо в этих всех супермаркетах. Обалденно. Так, девчата, вот эти вот все футболки минус 30% от цены. Вот цена. А месяц назад здесь еще и купальники. Я покажу, какие дарили в подарок. Это удлиненные такие под велотрейки. Майки. Футболки. Ну, где-то выйдет 370 гривен, по-моему, если минус 30%. Это черные. Надо спрашивать размеры. А вот эти купальники. Вот этот мне подарили в прошлый раз. Так они 280 гривен, а сейчас они, по-моему, по 159. Сарафаны 50% скидка. Тоже хорошая скидка. Это его можно сейчас купить за сколько? За 460. Или сколько это получается? У меня уже мозги плавятся и плохо соображают. Костюмы есть какие-то красивые. Ой, ну это костюм, ну это юбка и топ. Видите, как я словила, реакция у меня все-таки есть. Интересно, какой тут состав? Похоже, что хлопок. Сейчас глянем. М-ка. Мелко так. Да, бавовна. Между прочим, вот эти вот все вещи ученикам, ученицам, студентам, они все нужны будут. Вот такие вот. Поэтому обратите внимание, вот цены, и на, допустим, такая рубашка сейчас минус 50% от цены. Кстати, модная рубашка из хлопка. Смотрите, как классная. Рубашка, между прочим, огонь. Идеально белая. Вот, в пол цены она сейчас. И вообще надо размер у них спрашивать. Они скажут, есть такое дело или нет. Модные. А вот, по-моему, лен. Да, кстати, хороший лен. Бывает, пишут, что это лен, но это не лен. Он может быть даже и смесовый, но качество классное. Да, лен 100%, девочки. Сколько ж тут лен стоит? Так, лен. 1399 гривен. А ну с чем он идет? С шортиками? Классно будет смотреться костюмом. Очень даже хорошо. Льняной топ, льняные шорты. Шорты почем? Сейчас глянем. Можно одеться с пиджачком таким. Ну, лучше топ еще под низ, конечно, одеть. Так, а сколько шорты стоят? Так, 809 гривен. И топ. Топ такого же цвета. Угу. Так, топ льняной 799 гривен. В общем, считаем 800 и 700, там и плюс. Такой вот костюмчик, где-то 1500 плюс-минус. И вот еще, пожалуйста, вам. Это пляжные сумочки. Ой, льняные сарафаны, смотрите, какие классные тоже. Очень, даже и очень. Двойная тут ткань на груди, да, чтобы лифчик не одевать. Так, льняные вещи. Сколько стоит сарафан? Сарафан 1149. Очень даже неплохой. Горчичные тоже вот шортики. А тут нету скидки? Нет. Скидки на это не будет, потому что сейчас сезон в разгаре. Брючки. Широкие такие, классные, легкие. Вот цвет красивый, бежевый. Сейчас померим вот эти шортики льняные. Шортики XL. Надо спрашивать. Сейчас мы найдем что-то своего размера, чтобы зря не дергать девочку. А это килоты, между прочим. Что тогда подойдет? Тебе сарафан вообще огонь? Сарафан бы я бы с удовольствием померила. На загорелое тело такие сарафаны, то что надо. Где размерчик? Так, тут только LXL. Но этот цвет мне не особенно идет. Сейчас я хочу белый глянуть еще. Размерчик тоже L-ка. Тоже LXL пооставались. Я хотела, знаете, как не белое с белым, я хотела белое, вот, допустим, вот с таким, мягким бежевым. Было бы классно тоже. Хорошее сочетание такое, вообще супер. Чтобы не геть белый быть, знаете, как это медсестра операционная. А как-то так, чтобы оно смотрелось. В контрасте таком. Так, вот она я.
Фу, мокрая, уставшая, но я хочу померить. Мне очень понравились эти шорты, цвет обалденный. Размер мой, вот это не мой размер. Жакет не мой размер, и сарафан очень красивый. Так, девчата, смотрим. С шортами все-таки нет, лучше с брюками. И белье нужно, чтобы не черное, как на мне сейчас было, а приличное. Бежевое или белое. Лучше бежевое под белые вещи одевать. Белье, оно туда вообще не видно. Вот такое, это Элька. Можно спросить, у них 100% есть и М-ка, и С-ка. Может быть, будет лучше смотреться. Симпатичный жакет. Я, скорее всего, свой размер куплю. Очень красивый. У меня и предстоит мероприятие одно. И я вот думаю, чтобы такого бы красивого, приличненького найти. Вот эти шортики бежевые. Очень тоже неплохие. Классный модный крой. И я хочу еще этот жакет померить с этим сарафаном, потому что к нему в костюме идут брюки. И там еще какой-то был цвет, не помню, горчичный, по-моему. Горчичный. Мне не пойдет к лицу, мне кажется. В общем, белый неплохо. Белый сарафан. Что значит лен? Чуть-чуть, и уже видите заломчики, но лен есть лен, к нему привыкнуть. Кто любит лен, для них это не проблема, для таких людей, как я. А я люблю лен. Видите, если к нему жакет, то он сильно деловой, под такой расслабленный сарафан. К нему надо посмотреть, что там за брюки, конечно. И жакет этот нужен моего размера. Видите, он как застегивается. Тут завязывается и пуговичка. Вообще классное такое кимоно фасон. Немножко кимоно такое, знаете. Вот. Но сюда этот расслабленный сарафан вообще никак. Какие-нибудь бы, конечно, я гляну, какие там брючки или килоты. Присмотрюсь к ним. Напомню цену. Это без скидки. 1149 сарафан. Жакет. Вот тоже что-то 1000 с чем-то. Тут я не вижу. А вот 1399. Шортики сейчас найду. Шортики. Вот цена 859. Боже, вообще не вижу. Или это 6, или это 8. Без очков очень тяжело. В общем, я, скорее всего, вот жакет, мне прям он очень понравился. Подумаю, что как с чем скомпоновать. Девочки, жакетов моего размера нету. Потому что сезон уже все-все-все разобрали. Что, сколько это стоит? 899. Это, по-моему, на это скидка идет. Да, 20% на вот такие вот спортивные топы и шортики. Там, по-моему, такие же есть. Это классный с этим топом, можно тоже присмотреться. Шорты моего размера, может, я их даже возьму. Цвет вот горчичный, мне нет. И видите, и размеры большие только остались. Вот эти кифа LXL белые. Но вообще с шортами они будут своего размера, потому что я такие одела. Я одела вот эти пляжные, а тут видите, какие к нему шорты идут. К нему идут шорты правильные, к этому жакету. Длинненькие и более такие делового кроя. Мне ж надо было, понимать, это с этим соединить. А оно несоединимое. И кто любит горчичное, там, мне кажется, больше брюнеткам подойдет. Мне такой цвет горчичный вообще не идет. Вот этот топ белый, который мы видели, хлопковый, его с такими подружили шортиками. По-моему, это тоже льняные. Чисто летний такой образ. Где никого нету практически, видите, тишина и покой. 3,5 человека. Я вообще пришла с целью посмотреть, есть ли хлопок, ну и в целом глянуть вообще, что есть. Вот эти черный сарафан Карен Миллен, вот он выйдет где-то 100 гривен. Он из такой плотной ткани, но это такая, знаете, вещь прошлой коллекции, вечерняя вещь под жакет.
глянуть, есть ли лен. Это не лен. Это не лен, хоть похож и на лен, но это не лен. Все это платье сарафаны. Фу, такая жара, я не помню даже, поприветствовала я вас, мои любимые зрители, или нет, полностью отключка идет. Идешь и жаришься, и варишься. Смотрите, эти сарафаны классные. Шукаю, но на ощупь. Лен. Ну, пока что знайти не можу. Немає поки що льна. Есть зато, знаете, вот такие с рукавами платья, которые сейчас никому не нужны. В эту жару даже себе представить их померить сложно, потому что заходишь, ты весь мокрый. Вот, сейчас, конечно же, уже большая скидка, уже неделю в распродаже все эти вещи. Уже неделю, как они висят, даже больше. Тут идет от момента завоза до распродажи 14 дней, 2 недели. И это все дело уже перебирается дней 8-10. Фу, боже, иду и... Во-первых, пить хочется, не можешь напиться воды. Сколько бы ты ни пил воды, ты все равно ее хочешь. Вот такая рубашка, цвет такой интересный. Так. Вот что-то пухнастенькое. Такая рубашка, видите, но она из акрила. Пухнастенькая рубашка на осень. Вот это вот все дело, даже я вижу, что висит, и думаю, что даже никто не решится в эту жару эти свитера мерить, девочки, потому что это жесть какая-то, ну, африканские страсти, блин, я не знаю. Я не знаю, как может быть так жарко. Смотрите, какая классная жилетка, обалденная, асимметричная, вот с такими вот штучками. Кто ж ее такую красивую создал? И вот это вот, между прочим, может быть кроликом. Его, конечно, тут уже кто-то подряпал. Не кролик, это синтетика, но бывает, что вплетают кожу. Вот так вот режут и вплетают. Вообще идея очень классная, я вам хочу сказать. Бренда я не вижу. Идея очень классная, ее бы подлампичить немного. И на рубашку, на водолазку, зимой сделать такой, знаете, многослойный лук. Будет очень даже красиво. Шортики. Вот это смесь льна с хлопком. Тут размер, извините, большой. Очень. Топики. Топики, топики. Вот эта льняная штука, между прочим. Цвет не мой. Такой коралл теплый. И размер не мой. Но с шортиками она тоже будет очень даже неплохо смотреться. Так, сейчас глянем, есть ли там. Мне кажется, что тут есть какая-то помесь, как я говорю. Бульдога с носорогом. Помесь льна. Мне кажется, что она здесь есть. Я не ошиблась. Вот он состав. 55% льна и 45% вискоза. Но тут размер, извините, Элечка, 16. Вообще не мой. Ой, такие классные маечки, супер. Вот сейчас летом. Вот, смотри, какая прелесть. Вообще супер, вообще обалденная. Такой небесно-голубой цвет, такая легенькая. Вот в эту жару вот такое вот мерить приятно. И вот это еще розовенькая, обалденная. Тоже классно, но, по-моему, размер тоже не мой. Видите, она такая секси-шмекси. 14 размер, это тоже ML. И это тоже не мой размер, к сожалению. Что тут пишут нам в письме? Так. Где тут? Вискоска. Классная майка, блин, такая вообще крутячая. Видите? Видите, как бывает? Как обидно бывает. Это что, кожа, что ли? Да нет. Это не кожа. Нет, это не кожа. Если бы эта юбка была кожаной, ее бы уже тут не было. Я так думаю. Ее бы уже кто-то прихватизировал. Вот эту голубую маечку хочу забрать.
Она такая милая, как говорит мой малый на собачек, когда такая милая. Вообще в прошлом году я не вылазила с сарафанов, таких, знаете, винтажных, миди, таких из бабушкинского этого чердака. Мне прямо не нравились. В этом году мне захотелось быть дамой в шортиках и в топике. Что это такое? Между прочим, вот такие вот сетки, они сейчас в моде, под купальники. Очень даже они в моде. Тут ничего не написано. Письма нету в почтовом ящике. Так, смотрим дальше. Ищем лен дальше. Ой, что-то такая гарнюнечка, такая синтетическая. Цвет классный, блин, такая синтетика, фу. Скатерть, блин, кухонная. А не одежда для человека. Так. Фух, какая же жара. И не спасает ничего от этой жары. Так, идемте смотреть футболки, наверное. Что-то такое. Ну, тут ничего себе. Ранняя Алла Пугачева. Вот это. Ранняя. Помните, когда она была такая... сейчас как эта песня? Про айсберг. Ледяной горою айсберг из тумана выплывает. Вот. И несет его течением. Вот это вот из этого клипа, где она поет в тумане, вот в этом вот сарафане. Я уже стихами заговорила. В тумане, в сарафане. Так. Это все домашнее. Глянем свитера, которые сейчас никому не треба. Видите, какой интересный. Такой прям даже и приятненький. Ой, какая прелесть. Сейчас мы глянем, что это такое. Смотрите, девчата. Кто любит свитера в винтажном стиле? Ну, по-моему, это современный свитер. Именно в винтажном стиле. Мы сейчас его глянем. Проведем ему этот, вскрытие. А ничего нема, между прочим. Никакой бумажки. Вот такая классная кофтынка. Она, мне кажется, неправильно постиранная. Но на SXS эта красота прям нормально сядет. Зимой в холодину самое то, что надо. Шотики симпатичные. О, ИА. Видите? ИА ослик. Так. Брюк целая куча. На любой вкус. Какие хотите. Брючки Карл, видите? Вообще в идеальном состоянии. Цвет такой хороший. Где-то это SXS. Они вообще в копейки выйдут. Бершка. Бежевые штаны. Так. Текстиль. Ну, кстати, видите? Просто с подогревом. Это оставшиеся эти пледы, пододеяльники. Самое вкусное здесь уже разобрали, как вы понимаете. Вот какая классная штучка тоже. Так. Все это пододеяльники. Вот что-то интересное бежевое, кстати. Видите? Можно, это штора, между прочим, девчата. Олечка, вам привет. Вы меня всегда просите шторы показывать. Смотрите, какая модная штора. Обалдеть. Их тут даже две, девчата. И она длинная. Длинная, двойная, на ленте. Она тяжелая, капец. Она, наверное, не знаю, килограмма. Блин, она очень тяжелая. Сейчас мы ее завесим. Вот, 195 гривен килограмм, 414 гривен она завесит. Но она интересная, такая, из нее даже можно перешить на чехол, мне кажется. Сейчас я ее разложу. Ткань вообще суперская. Не знаю, как насчет штор. Ну, для штор она тоже хорошая. Смотрите, какая она классная. Бежевый цвет. Тут такая, не знаю, грубая ткань. Ею можно запросто обшить диван. Запросто. Или кресло, мебель, короче.
Она не затасканная, но вот одна штора 400 гривен, две шторы 800, и она большая и длинная. Обалденная, кстати говоря. Одна ткань только такая будет стоить кучу денег. Мне вот интересно найти ее состав. Есть тут где-то нашито где-то или на упаковке было? Видите, вот эта ткань внутренняя, она чуть грязная, а сама вот эта верхняя ткань обалденная. Опа, свет потух. Сейчас генератор. А, это свет дали, и сейчас выключат генератор и включат обычный свет городской. И будет нам светло. И да будет свет, сказал электрик. Видите, сейчас переключат. И все. Тут верхняя одежда. Мало льна, конечно. Уже разобрали весь лен. Вот тут я была на свитерах. Это домашняя одежда. Сейчас переключат. Надо подождать немножко. Какие-то пуховики я вижу. Тоже вот эти, как они называются, жилетки. Главное, все вырубилось, музыка играет. Как это так? На батарейках, наверное. Слышите? Света нет, а музыка играет. Нет, девочки, это генератор сел, так что мы сейчас... Я сейчас хочу забрать этот топ, и в следующий раз мы придем дальше, продолжим здесь поиски. Все, самое главное я вам показала. Мы пробежались по ассортименту, даже по текстилю. Видите, это сел генератор. Это не переключение света на городской. Я надеялась, что переключится сейчас свет на городской, но нет. Так что, девчата, подписывайтесь, ставьте вподобайки, лайкусики, подковусики, пишите комментарии. Мне будет очень приятно, надолго не прощаемся. Фу, вот жарище. Кошмар, блин. Знаете, есть такая поговорка. Англичане уходят, не прощаясь, а одесситы прощаются, но не уходят. Так, хочу каких-то конфеток. Так, вечерний Киев зараз зі знижкою. Ну, это я такие смотрю. Сразу увидела коробки, вам показываю. Ой, как красаки, конфеты красивые. Чоколатерия. Это новые, кстати. Так, шоколадные зайцы какие-то. Кто это? Да, это еще с Пасхи, наверное, остались. А это меньше чоколатерия. По 149 гривен. Смотрите, красивые они. Вот тут прям видно хорошо. Это когда-то моя мама привозила... На пару раз на свое горе съездила в Польшу в 90-е годы и сорвала себе там седалищный нерв, чи что она пластырь клеила. И что-то подобное она привозила. Какие шоколады она такие похожие привозила. Так, магазин. В магазине сейчас еще полазим, посмотрим, что взять. Какие скидки. Это что-то вкусненькое. Это такие как бисквитики. 58 гривен. Бисквитики лимонные. Такое ощущение, что... Это клубничные. 58 гривен. Ну, вот я для сравнения. Тут их мало. Тут сейчас я вам покажу, сколько тут по весу они. Тут хоть нормально, кстати, вот 270 грамм напечатано нормально, не то, что в АТБ, на красном фоне вообще ничего не видно. Тут нормально для людей, видите, четким жирным шрифтом. Вот 270 грамм вот эти вот бисквитики, а торт мы сейчас глянем для сравнения, сколько стоит. Торт, который я всегда люблю, вот он, золотой ключик, 189, и тут его 500 грамм. Ну, торт есть торт. Не, ну 58-189, как бы так. Вы знаете, это я это включаю. Экономика должна быть экономной. Так, праски я не люблю. Вот я золотой ключик с молоком, холодненький тортик обожаю. Но я его только с холодильника люблю, когда там масло подзастыло. Так, а где цены? Кэнди, это какой-то новый кэнди нат, это конфетный с орехами,
И, скорее всего, прослойка, как в киевском. Такое не, это, наверное, попа слипнется от такого. Он, наверное, такой сладкий и, как сказать, насыщенный. Ну, киевский классика, которую я никогда ни на что не променяю. Самый вкусный торт для меня это киевский. Если еще сюда шарик мороженого, пломбирчика, вообще супер. Шоколадные торты не люблю. Скорее всего, что возьму маленький золотой ключик. Эти медовик рошен. Если неохота заморачиваться и печь его, то пожалуйста. 520 грамм. И лимонный какой-то симпатичный. После 8 часов, кстати, скидка. Масло. Молоко сгущенное.